5 советов для достижения крутого рельефа. Сушку тела используют, чтобы усилить действие физических тренировок, избавиться от жирового слоя и получить рельефные мышцы. Особенно полезна она для людей с медленным обменом веществ, поскольку именно эта категория чаще всего страдает от лишнего веса. Однако, как и любая диета, сушка имеет свои правила. Организм может работать сам на себя, а метаболизм ускорится, если тело обладает сильными мышцами. В таком случае сокращение многочисленных объемных мышечных волокон будут тратить множество калорий, если мышечная масса недостаточная. Сушка только уменьшит объем тела, однако красиво прорисованных мышц не будет. По этой причине стоит включить в тренировочную программу силовые и аэробные упражнения. Физическая нагрузка должна быть регулярной. При этом необходимо обеспечить нехватку калорий, чтобы ваше тело тратило намного больше энергии, чем получала из пищи. Организм должен получать все витамины и минералы, необходимые ему для здорового функционирования. Поэтому важно придерживаться сбалансированной диеты. В противном случае ослабится иммунитет, вы начнете болеть, и сушка не принесет ожидаемого результата. Самый главный принцип такого питания – меньше углеводов, больше белка. Соблюдать диету необходимо от 1 до 1,5 месяца. Больший срок может нанести урон вашему здоровью. Резкое сокращение углеводов может привести к стрессу, на который организм отреагирует набором веса. Поэтому уменьшать количество углеводной пищи нужно постепенно. Следите, чтобы в вашем рационе были медленные углеводы, например, крупы, бобовые, цельнозерновые продукты. Помните, что в состав фруктов входят быстрые углеводы, поэтому есть их лучше всего до обеда и небольшими порциями. При соблюдении всех правил ваш рацион будет состоять на 50% из углеводной пищи, на 40% из белковой и на 10% из жирной. Один из основополагающих принципов сушки – дробное питание. За день вы должны покушать около 6 раз. Последний прием пищи рекомендуется совершать за 3 часа до сна. Помните про воду. Она необходима в достаточном количестве для ускорения обмена веществ. Если вы соблюдаете диету и сушите свое тело, откажитесь от сахара, продуктов из муки, жареной пищи, а также консерваций и полуфабрикатов. Замените их овощами. Лучше всего подойдут зеленые и листовые, поскольку в них много витаминов и минералов. Для обеспечения организма белком кушайте говядину, нежирные сорта рыбы, мясо птицы, яйца и молочные продукты с низким содержанием жира. Чтобы ускорить метаболизм, лучше ограничить потребление жирной пищи. Необходимые для здоровья жирные кислоты можно получать из масла льна, кокоса, кукурузы. И есть их предпочтительнее без термической обработки. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч, пока!